Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас на обзоре продолжение игр про Лунтика «Тренируем память и внимание». Привет! Я Лунтик! Привет, здесь Лунтик! Здесь я живу и играю с друзьями. Присоединяйся к нам! Обязательно! Ты можешь ходить вместе со мной, нажимая на правую или левую часть экрана. А еще здесь повсюду много моих друзей. Ищи места, на которые можно нажать, чтобы познакомиться и поиграть с ними. Пора навестить Кузю. Может быть, ему снова нужна помощь. Это Кузя и Пупсин. Интересно, во что они играют? Давайте узнаем. Давайте сразу с Кузей поиграем, потому что Пупсин Кузя, такой. Потом все игры может испортить. Ты играешь? А ты еще не догадался? Я делаю кораблики и запускаю их в нашем ручейке. Класс. Как интересно. А можно поиграть вместе с тобой? Конечно, но только тогда нам нужно будет сделать больше корабликов. Поможешь мне? Ты еще спрашиваешь? Я Тем буду более запускать такие красивые, кораблики разноцветные. А ты устанавливай на них мачты. А, на класс. Маленькие кораблики устанавливай мачту с одним флажком, а на большие с двумя. И все? Конечно же нет. Внимательно смотри, какого цвета кораблик, и устанавливай на него мачту с флажком точно такого же цвета. Хорошо, я попробую. Поможешь нам с Кузей собирать кораблики? Выбирай мышкой мачты с флажками такого же цвета, как кораблик, и устанавливай их на него. Но запомни, на маленькие кораблики нужно ставить мачту с одним флажком, а на кораблики побольше с двумя. Ну что ж, поехали. Так, как их брать? Ага, вот большой кораблик, большая мачта. Это подходящая мачта. Вот еще одна большая. Молодец, Лунтик! Ты все сделал правильно. Получается, потом флажки появляются опять. Правильно. Вот маленький фиолетовый кораблик. А вот пиратский кораблик, не знаю, он маленький, да? Давайте поставим. Да, Лунтик. Класс, пиратский настоящий корабль. Это мачта. Так, на листике нам ничего ставить не нужно. Вот темно-зеленый цвет. Плыви, кораблик. Может попробовать что-нибудь поставить на листике. Так, а фиолетовый большой опять кораблик. Молодец, Лунтик! Можно кораблики делать умею. А вот мачты как-то без мачт делали. Мачты у нас тоже были бумажные, да, Лунтик, я знаю. Это подходящая мачта. Когда выворачиваешь кораблик, то потом получается мачта такая треугольная. Так, что у нас? Тоже из бумаги. Правильно. Вот. Плыви, кораблик. Здесь много столько корабликов. Да, вообще, Лунтик, нужно это подходящая поставить мачта. Мачты. Кузя решил нас загонять. Плыви, кораблик. Так вот, желтенькая. Молодец, Лунтик! И вот ты опять сделал правильно. Большая фиолетовая, и сразу правильно. Же рядом плыви, большая кораблик. Такая салатовая. Молодец, Лунтик! Ты все сделал правильно. Флажки не успевают появляться, да? Так, белый, синий. Вот беленький показался кораблик. Правильно! Плыви, кораблик! И за ним сразу синий. Молодец, Лунтик! Ты все сделал правильно. Хорошо. Так, а вот большой... Розовый, да? Плыви, кораблик. И красненький, наконец-то. Я не помню, красный был хоть раз или нет вообще. Потому что красный такой яркий, да, насыщенный, Лунтик, красивый. Это подходящая мачта. Так, вот зелененький тоже есть маленький. Правильно, плыви, кораблик. И большой салатовый плывет. Да, Лунтик, это подходящая мачта. Он коричневый тоже маленький, вот не помню. Значит, коричневых не ставил, точно коричневый флажок. Ты лучший в мире вот строитель поставлю. Кораблей, Лунтик. Это был последний корабль. Теперь у нас достаточно корабликов, чтобы как следует поиграть. А если нам захочется еще корабликов, мы их снова построим? Конечно, в любое время. Главное, чтобы Пупсин не потопил. Так, у Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Получается, да. 5 заданий мы выполнили, нужно выполнить еще 5. А сегодня, конечно же, мы еще одно рассмотрим. Но остальные Нажми уже... на эту кнопку. Потом. Так, ну что ж. Эй, Пупсин, хватит вредничать. Давай поиграем вместе. Вот еще, малышня. Не буду я с вами играть. У меня свои игры, поинтереснее. Так он ну с рогаткой там такой, да? В том, чтобы топить мои кораблики. Лунтик, помоги мне, пожалуйста, справиться с этим хулиганом. Не расстраивайся, Кузя. Вместе мы что-нибудь обязательно придумаем. Нам нужно спасти кораблики от хулигана Пупсиня. Внимательно слушай, по какому кораблику он собирается выстрелить и на
нажимай на кораблик мышкой. Сейчас я потоплю зеленый кораблик с красным флажком. То есть вот этот первый, который плывет, да? А все-таки я угадал, что вот он да, будет Лунтик, топить кораблики. Да, Лунтик, ты снова это сделал! Ну, теперь держитесь! Сейчас я потоплю красный кораблик с зеленым флажком. Вот тоже большой, не промахнешься, да? Опа! Отлично. Правильно! А как они там друг на друга? Снова сел в лужу. Ага. Рано радуйтесь, малявки! Ну? Сейчас я потоплю желтый кораблик с голубым флажком. А, вот маленький такой сверху плывет. Успели, ха-ха-ха. Правильно! А Пупсень снова сел в лужу. Такой злится. Рано радуйтесь, малявки! Рассказывай. Сейчас я потоплю фиолетовый кораблик с зеленым флажком. О, тоже большой кораблик. Не промахнешься. Да, Лунтик, ты снова это сделал. Ну, в смысле, Пупсень промахнется? Теперь держитесь. Сейчас я а мы не промахнемся. Оранжевый кораблик с зеленым флажком. Оранжевый с зеленым, вот он плывет. Опа, маленький такой, да? Правильно. А Пупсень снова сел в лужу. Какой он меткий рано вообще. Он стреляет малявки. Прям куда сказал. Сейчас я потоплю зеленый кораблик с зеленым флажком. Так, зеленый с зеленым. Вот, наверное, да? Отлично. Правильно. А то там три зеленых плывет разных. Там салатовый, рано темно-зеленый. Рано радуйтесь, малявки. Ну? Сейчас готовились. Я потоплю синий кораблик с красным флажком. Вот он сверху тоже маленький. Опа, не успел, не успел. Молодец, Лунтик. Мы ему показали. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Сейчас я потоплю фиолетовый кораблик с красным флажком. Вот он большой. И приготовились. Отплываем. Молодец, Лунтик. Лево руля. Мы ему показали. Да ему просто повезло. Ну как, это раз бы повезло, а вот уже сколько, 8 сейчас раз? Сейчас я потоплю голубой кораблик с зеленым флажком. Не потопишь, не потопишь, спорим? Правильно. Вот так, отлично. А Пупсень снова сел в лужу. У Пупсня, наверное, рано сейчас закончатся уже эти снаряды. Последний остался, да? Сейчас я потоплю синий кораблик с оранжевым флажком. Вот он маленький, не попадешь. Спорим? Да, вот мы спасли наши кораблики и проучили Пупсеня. Ха-ха-ха. Если он будет снова тебе мешать, ты только скажи. Ха-ха. Нажми на эту кнопку и увидишь, какие задания. Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Осталось всего 4 коробочки, это у нас 2 обзора. До того, чтобы пройти все уровни, давайте узнаем, получается, что мы делали, а что не делали. Кораблики делали, вот, кстати, серенькие, получается, там предметы какие-то, там бриллианты, рисование, феечка. То есть это у нас будет все еще в будущем. Посмотри, сколько вокруг зеленой травки и замечательных цветов. Так, ладно, мы это все посмотрим в нашем следующем же выпуске. А если вам нравится эта игра, то поддержите это видео своими лайками. И дождитесь следующей серии. Она скоро. Пока-пока, до новых встреч.